Диктант Победы – акция масштабная. В этом году в ней участвует более 2500 человек из 23 стран, в том числе и жители Одинцовского городского округа. Проверка знаний проходила в форме теста. Он состоял из 20 вопросов о ключевых событиях Великой Отечественной, об исторических личностях, о Параде Победы. На раздумье 45 минут. В день диктанта за парту 4-й Звенигородской школы села глава муниципалитета Андрей Иванов. Нам нужно, безусловно, сохранять эти знания, передавать своим детям, своему потомству, сохранить память о той трагедии, которую пережила наша страна, наш народ, для того, чтобы эти события ни в коем случае не повторились вновь. Если будет сохранена память, если мы будем защищать и сами исторические события, и память о них, то я уверен, что в будущем наше поколение никогда не вернутся к таким трагическим событиям. Вместе с депутатами и школьниками диктант писали и те, кто видел войну своими глазами. Константин Федотов, участник Великой Отечественной, прошел от Смоленщины до Эльбы. Принимал участие в параде Победы в 45-м. И очень приятно. Всегда мы, ветераны, с удовольствием встречаемся со школьниками, делимся опытом, обмениваемся, отвечаем на вопросы, которых очень много задается. Буквально все уровни, начиная с первого класса и до 10-го. Все. И у всех находятся вопросы, которые хотят они услышать от ветерана именно, который непосредственно являлся участником Великой Отечественной войны. Диктант Победы жители муниципалитета писали не только в Звенигороде, но и в Одинцово. Здесь, в 11-й гимназии, свои знания проверили 43 человека. Школьники, их родители, ветераны, учителя, чиновники. Результаты теста участники масштабной акции смогут узнать 12 июня по своему идентификационному номеру на сайте диктантпобеды.рф. Роман Попов, Евгений Августина, Станислав Трифонов, Евгений Голиков, телекомпания «Одинцово».